У Шпицбергена найдено тело одного из членов экипажа российского Ми-8. Погибшего обнаружили на дне моря в 130 метрах от места крушения вертолета. Норвежские спасатели использовали подводный аппарат. В ближайшее время тело поднимут на поверхность. Совместная поисковая операция продолжается. На архипелаг прибыли спасатели МЧС. Они обследовали более 60 тысяч квадратных метров акватории. Ми-8, летевший из законсервированного поселка Пирамида в Баренцбург, пропал в минувший четверг. В воскресенье обнаружили обломки. На борту были 5 членов экипажа. Трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики.